Чем громче дело, тем больше слухов ходит вокруг него. Ситуация с избиением ивановского полицейского также обросла многочисленными домыслами. В среду Следственный комитет официально опроверг слухи о том, что мера пресечения Мамо Фирояну изменена на домашний арест. Кроме того, исполнилось то, за что ратовали участники митинга 4 августа. Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Слухи о том, что Фироян-старший не покинул предвыборную гонку, также не подтвердились. Сегодня в областной избирательной комиссии его кандидатура официально была снята с думских выборов.